Тема состояния здоровья Лаймы Вайкуля в последнее время поднималась неоднократно. В прошлом году поклонники артистки стали предполагать, что к ней вернулся рак, с которым она боролась еще 30 лет назад. В одном из интервью Вайкуля пояснила, что проходила химиотерапию. Также она рассказала о жизни в Америке и всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться при построении карьеры. По мнению Лаймы, о своих проблемах всегда нужно рассказывать, а не молчать. Америка научила меня улыбаться и делиться проблемами. Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым, когда они говорили, мол, прекращаю, не могу, твердила, это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить, объяснила артистка. Ранее сообщалось, что Пугачева восхитилась стойкостью Лаймы Вайкуля.